Всем большой привет, дорогие друзья! И сегодня мы продолжим нашу рубрику «Учимся рисовать рукой». И сегодня у нас немножко сменим ракурс. Раньше у нас был Рамазан, у меня везде есть концепция «Чистый город». Кстати, всем должно добро пожаловать, да, на мой lovehome.world Instagram, где я, скажем так, пытаюсь заботиться о нашей природе и пытаюсь это пропагандировать в массы. Но не об этом речь. Итак, на стоке, да, так у нас все-таки концепция стоки. Green Planet тоже достаточно популярная тема на стоках, она продаваема. И, в общем-то, не отходя далеко от, скажем так, моего хобби, да, мне нужна, в общем, красивая каллиграфия Green Planet. Поэтому сегодня мы этим и займемся. Будем пытаться красиво нарисовать. Итак, я даже не знаю, честно говоря, в каком я буду это делать направлении, да, либо это будет. В общем, это будет, что получится, то получится. Я выбираю кисть под наклоном. В последнее время мне нравится вот такие вот закорючки рисовать, поэтому мне кажется, первая будет примерно в таком же стиле. Так, если большая, то это вот так вот, да? Если маленькая, то это вот так вот. Окей. То есть у меня будет какая-то картинка, и я буду как подпись использовать данную надпись. Ну, Е мы скопируем, понятное дело. Так, ну ладно. Кстати, я что заметила, что чем больше рисуешь, тем мне больше нравится. Ну, так как больше как-то так получается, тем больше, ну, начинает что-то вроде нравиться. Хотя раньше я не очень любила рисовать именно такую какую-то каллиграфию. Green и Planet у нас как-то должно быть. Так, рисуем под наклоном. По крайней мере, пытаемся. Так, green. Наверное, вот так проще будет скопировать. Да, если я рукой нарисовала все-таки кривой наклон, это можно легко подправить. Потом толщину мы у всего выровняем. У меня тут, видите, раз, два, ну, 2,5 клеточки. Высота буквы, здесь должно быть примерно что-то то же самое. Green, play, не и Т у меня только осталось. Давайте, чтобы... Green, play, не... И Т. Ну, собственно, что-нибудь такое. Green Planet. Так, и отодвигаем в сторону, чтобы, скажем так, предварительный вариант. Ну, давайте что-нибудь зелененькое сделаем, да, что вот так вот, допустим. Вот, это первый вариант. И сейчас будем, скажем так, набрасывать разные-разные варианты. Например, давайте один сделаем где-нибудь. Это вообще будет понятно, что это N. Эта часть, наверное, непонятна.
ноте грин. Плене. Не знаю, как-нибудь так изобразим Т. Green play. Green plant, ну тоже как вариант, да. Пойдет еще, мне, кстати, нравится, когда допустим, да, делают смесь, да, обычный фонд и каллиграфия. Допустим, green мы напишем так. То есть тут прямо, да, у нас получается все. А planet... Так. Запуталась. Какой высоты рисовать эй? Давайте так вот, да, наверное. Плене. Ты похожа на ты. Ну, в общем, да. Ну, как вариант. Так, отведем в сторону. Давайте подберем другой фонд. Допустим, green. Что-то мне прям нравится рисовать. Знаете, вот эти вот закорючки. Маленькими напишем. Ой, L забыли. Ё-моё. Забыли L. Так, должны ли они быть параллельными с P? Я думаю, нет. Так, ладно, green, play, что-то не то, да, у нас получается. Ну так, green, play, не, т. Что-то похоже. Ле мне не нравится. Может, вот это вот за корючку как-то. Вот, смотрите, green planet. Green надо как-нибудь. Меньше. А почему у нас стало все черное? У нас же было зеленое такое. Вот смотрите, Green Planet. Тут мне тоже тут не очень нравится.
Это фэ уже у нас получилось. Тоже фэ. А также тэ, да, классическая рисуется. Что-то типа того, только так развернем. Какой-то практически готик стайл. Ну ладно. Не знаю, надо ли грин, да, каллиграфией, а Planet обыкновенным шрифтом. Ну, тоже попробуем, собственно, что нам терять. А вдруг будет красиво, да, ну, как-нибудь вот тут, вот, допустим, каллиграфично нарисуем. Это слишком длинное. Немножко выровняю. Ну, в общем, вот такие вот интересные у нас варианты получаются. Это, знаете, у нас будет, допустим, основная композиция. И это будет как такое, ну, выберу какой-нибудь, да, какой-нибудь что-то вроде подписи. И спасибо за внимание, и до встречи в следующих видео. Всем пока!